Я уж так им накидал. Куда? Где? А это вишня. Вишня разрослась. Мы лучше с ней воевали долго. Она все заполоняет. Это все. Это у меня в ограде. Это сосед приехал, говорит, можно я спилю? А тут старая яблоня, тополь здесь рос, он говорит, это мешает. Я говорю, ну спили, говорю. А он вот спилил, сейчас он спилил. А брат не берет ее. Не, он тополь убрал. А, убрал? Убрал. Он яблоньку подпилил, вот сейчас яблоню мне убрать надо будет по весне. Как вы нашли-то это место? По объявлению? По объявлению. На современные это деньги это сколько стоит? Ой. Ну, 1,3 миллиона, наверное. Ой-ой-ой. Ну что, пошли. Пошли, пришло. Да, спасибо, Христос. А сына послал вперед. Они его не узнали, в гостиницу не выпускают. А когда он явился уже с полками, они забегали тогда. А почему сына-то моего не приняли? Ну мы его не узнали. Вот этот золотой резкий ножик пострадал. Пришел своим и своим не приняли. Они его ждали по-другому. По-другому он выглядит должен. Ну все, выходим. Гостя сейчас еще выйдет. Так что мы... Пошли, пришел. Хорошо. А это что, почта? Да, для почты, чтобы, если что, бросить туда. Так, я тебе не скрываю, Саша, еще что говорю. Я девчонка с ними беспокоилась. Они у тебя красивые такие. Нигде одних не отпускай. Они с Галей везде ездят. Галя их возит, они всегда под присмотром. Так что... Я смотрю, я просто стою, я в церкви ни о чем не молюсь, как будто их вижу, только говорю, Господи, сохрани. Потому что я знаю, что в этом мире делается. Даже подумать страшно. Ясно, что когда... Хорошая, приготовленная, в будущем хозяйка будет. Ну и все остальное отсюда идет. Все зависит от веры в Бога. Если эта вера настоящая, искренняя, ей не повлияет ни секты, ни течения, ни перемена, ни война, ничего нету. С ней Господь. Это все время, как только свободное время, опять кружок собрал, открыли Слово Божие, желательно на стол положить большую Библию, чтобы они сами начинали считать. Они понятливы, дети-то. И говорить о временности этой жизни, насколько все быстро кончается. Смотри, вчера была ты маленькая, сегодня уже сидишь, невеста уже подрастает, уже думать надо. У мусульман 12 лет уже вышло. У нас рисует, когда Богородица-то, а у нее не полных 15 лет, Христос уже был на руках. Ну, понятно, это другой народ, и там говорят по-другому. Вот тут-то катается, там можно кататься, вот с горки-то. Ну, они вот тут-то катаются. Он здесь. В горке той? Вот, не, вот с этой. А там ребятишки катаются, но мы своих туда не мы туда убьешься там вообще. Убьешься, потому что между сосен там в деревьях пустые. Там еще под снегом может. Да. Так иди ты. Домой-то. Вас так, провожу. Холодно. Так что-то Костя там задержался. Сейчас пойду. Ну все. Сколько здесь, вот, если считать до Ползунова, сколько километров? Так, где-то 3 километра до Кутузова 4. 7 километров, наверное. На столбе того фонаря нету? Нет. Да благословит вас Господь. Господи, да будет благословенно это место. И сохранят посягательство чуждых людей. Дабы имя Твое святое было прославлено через всех, кто здесь будет появляться. Хвала Тебе за все во веки. Аминь. Аминь. Богу. Это наша молитва была везде, где мы ночевали, чтобы это место было благословенно. Ты знаешь, где мы были ночью? Дальше. Далеко нет. Прошли Турцию, юг Греции, переплыли в Италию и дошли до Лиссабона. Прошли на Прибалтику, так сказать, эту Скандинавию. И оттуда-то переплыли на Прибалтику, и тогда уже машина поломалась, много нам, там мы не успели все закончить по России. А начали с Владивостока находки. Это даже вообразить нельзя, мы об этом не думали, а Бог так сделал. Сбил команду, собака, 3 человека, и собака. У Сережа, чемпион России сейчас, это ураган, по защитно-караульный. Ну, что могли, большие были свидетельства, и везде в храмах проповедовал, где наши там
там в Тбилиси, в Москве, в Лиссабоне. Люди уже знали, слушали. А тут поддерживали. Ну еще могли то сделали. Корысти нашей никакой не было в этом. Так, мы поехали. Ну все. Ну, давай. Все, с Богом. Спасибо, Христос. Спасибо. Так, я сажусь. Я впереди, ну. Дорогу нашу снимай. Мы знаем, у нас здесь друзья, братья и сестры. Да. Вот это вот все, Володя, руками чистим. Вот это все до той улицы руками все чистим. Вот если начинает засыпать, работы на два трактора. Даст Бог, молодое поколение будет помогать потом. Ну, поколение-то у нас все девчонки-то поколение. Ну да. Ну ладно, с Богом тогда. Давай, с Богом. Ага. С Богом.